Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Samsung Galaxy M52 5G. И сейчас я покажу вам, как на этом девайсе включить запись видео с экрана. Для этого вам нужно спустить шторку быстрого доступа вниз, нажать на кнопочку «Запись экрана». Только смотрите, внимание, очень важная деталь. Если вы нажмете просто на кнопку «Запись экрана», у вас сразу же выскочит вот такое вот окошко, откуда записывать звук без звука. Звуки мультимедиа — это то есть звуки только с телефона, а звуки мультимедиа и микрофон — это звуки и с телефона, и с микрофона будет записывать, то есть два канала сразу. Налаживать на одну видеодорожку, нажимаем «Начать», и запись видео пошла. Мы можем записывать видео, он сейчас и то, что я болтаю, тут базарю, записывает, и звуки телефона тоже. То есть, если я включу песню, он будет записывать звуки мелодии из того же Spotify, YouTube, или игры какой-то, откуда угодно. Кроме того, есть режим скетча. Нажимаете на кнопочку «Скетч», то есть на кнопочку карандаша, выбираете цвет и толщину вашего пера, рисуете то, что вам нужно нарисовать, там какую-то стрелочку показываете, обводите что-то. Затем нажимаете опять на кнопочку скетча и пользуетесь телефоном дальше. То есть таким образом можно объяснять и показывать тому, кому нужно что-то показать, то, что угодно и сколько угодно. Ну и нажимаем на кнопочку квадратик для того, чтобы сохранить видеозапись в галерее. Если вы нажмете на кнопочку не на саму кнопку «Запись экрана», а на надпись «Запись экрана», в таком случае вы можете выбрать, можете настроить, как вы будете записывать видео, в каком разрешении. Ну и, собственно, источник звука тоже. На этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Всего вам доброго, хорошего и лучшего. До свидания.